Так, вот и новый городишко. О! Что, кстати, за драка? Опять с вампирами, скорее всего, да? От чего у меня тяжелая броня повышается? Можно вопрос? Я посмотрю. Так. Я смотрю, здесь вампиры везде нападают, да? Епо... Что такое? Писец. Так, культ вампиров, смотрю, здесь, конечно, отжигает по полной. Я не понял, что происходит. Что, все закончил? Видимо, да. Так, вот они собачку пришили. А тут красиво-то, слушай. Так, ладно, надо город посмотреть, во-первых. Так, очень много разрушенных домов. Ну, это как-то хреновато, если честно. Слушай, какие у тебя ботиночки хорошие. А куда мы идем, ребят? Вот почему мне готика вспоминается, а? Вот реально, вот я именно вспоминать начинаю готику. Мне сюда вряд ли идти надо. Там, блин, дракон летает. А? Ладно, постой! Я тебя знаю! Ладно! Баунти Хантер, тут за меня награда назначена, я с ними разговариваю. Конечно, мозгов у меня... Прям хоть отрезай. Ой, там замок даже есть. Какой домик интересный. White House. Давай заценим. Ой, мне журы надо поднять. Так, запас сил. Способности осталось. Ну-ка. Нет, тут уже ничего не сопрешь. Я понял, что произошло. А, Ярл, все, я понял. Интересно, ему не надоедает так сидеть сутками? Хм.
Ладно, с Херлом я сейчас общаться никаким не буду, а то еще не дадут задание. Иди убей того дракона. Ну, тут, блин, бандитов-то не могу привить. В этой игре все возможно. Так, у нас здесь что? Это не важно мне. Так, мне шахту хотелось бы, блин, найти. Здравствуйте. Яичечко. Кстати, очень мало яиц. Мод бы на увеличение количества яиц был бы прекрасно. Еще не поход. Ну как сказать город? Все города, по моему мнению, должны огорожены быть хотя бы хоть каким-то, блин, сраным забором. Неплохой, кстати, лифчик. Влазь. Блин. Блин. Не, а чё, неплохой лифчик, золотистый. Значит, тут каждого трупа еще разное нижнее белье. Хоть цветовую гамму додумались поменять. Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. О, прошу прощения. Почти все, кто приходит сюда, уже что-то знают о коллегии. Это коллегия Винтерхолда. Безопасная гавань для магов Скайрима. Сокровищница мудрости и тайных знаний. Ладно. Дай угадаю, я встречу пару големов. Джопой чую. И чё там на свой страх и риск мне идти? Тебе интересно? Я понял, птичка, друзья мои. Что-то звук мне этот хоть и любопытен, но не нравится почему-то. Давай-ка с той козой поговорим. Так, тут главное ночью не оставаться. Ночью тут вообще жопа отмораживается, только в путь. Добро пожаловать в коллегию Винтерхолде. Да-да, ключ, да. Надеюсь, что путешествие в Скажу сразу. Если ты здесь только для того, чтобы пожаловаться на нас, лучше сразу обращайся к ярлу Винтерхолда. Но если тебе нужно что-то другое, я с радостью помогу тебе. Нас постоянно в чем-то обвиняют. Добрые люди Скайрима предпочитают осуждать все непонятное, а не изучать его. Поэтому нам приходится принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя. Шапку на голову надень. Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? Ну, давай-ка. С юмором тут всегда было плохо. Но я думаю, твои запросы этим не исчерпываются. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Нет, ничего подобного. Отлично. Мастера колдовства полагаются на помощь огненных атронахов. Призови такого. Это докажет твое умение.
Отлично. А, кстати, я не знаю этого заклинания. Добро пожаловать в коллегию Винтерхолда. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Козлина. Вот. Теперь покажи, как ты его применил. Вот пакость мелкая-то, слушай. Так, а где тут у меня свитки-то? Нет, это что ли? Апокалипсис. А, вот, Color Crops Flame. Добавлено. Флейм надо искать. Вы смертельно замерзли. Спасибо, игра. А. Не понял. Надо сначала жопку свою отогреть. Мана не хватает. Класс. Так, погоди-ка, а ну-ка дай угадаю. Да. Когда идет замерзание, еще идет дебаф вообще на все. Да, клево. Семья Кралдера некогда пользовалась большим влиянием в Винтерхолде. Для меня большая честь помогать ему даже сейчас. Горимся. Чем еще могу помочь сегодня? Я жопу отогреваю, погоди. Осведомиться у архимага Аарена, не составит ли он мне компанию за обедом? Опять? Ты уверен? Ты столько раз просил, и он не ответил. Ну? Я чуть так замерз, ужас какой. Был очень занят. Возможно, сегодня у него найдется время. Как скажешь. Семья Кралдера некогда пользовалась большим влиянием в Винтерхолде. Для меня большая честь помогать ему даже сейчас. Мужик, я тебе, кажется, вообще ни о чем не спрашивал. Тут просто жопу себя отогреваю. Чтобы понять, когда она замерзает. Понятно, почему я подругу эту уговорить не мог. Ой, я могу что-нибудь приготовить, кстати, пока. Неинтересно. Вот варная говядина. Казани жаркое, сельское фундю. Лососевый стейк. Не знаю, красную рыбу я не люблю жареную. Жареная кролечья ножка. Ну, вареные яйца я пока трогать не буду. Все, я отогрелся, да? Не могу, к сожалению, друзья, посмотреть. Пока на данный момент... Блин, это, конечно, чертова полный двен, хотя прикольные, но...
Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Отличная работа. Чего вытворяешь? О, девушка. А. Ну, молодец, как крутишься, смотри. Танцуешь мне? И какое он время-то хочет? Ты маньячка гребаная, блин. Стрелять научись. Световыми шарами. Пусть слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Поговори с Мирабеллой Эрвин. Ее покои в зале поддержки. Но найти ее можно где угодно. Я вот так полагаю, что у меня проблема. Как я без ключа туда войду? А, так дверь открылась. Фу. Не вот где там что шумит, а? Это заклинание, которое блокирует магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь... Так, дайте хоть жопку погреть, а то опять отморожу. А можно отсюда набрать водички, там шурму? Добро пожаловать! Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит! Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. За хвост его дернуть, под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Что ты меня-то, блин, спрашиваешь? Вот как? Видите, он тоже согласен. Почему вы что-нибудь не показываете? Я свалил подальше, чтобы типа не причем. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим,
удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Давай. Тебе знакомы заклятия оберегия? Ну и ладно. Я могу научить тебя самому простому оберегу для цели этого урока. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Сейчас я сохранюсь. Так. Open, restored, chest, inventory, you have. Окей, так, option frostball. Need and cold. Yes, healthing, устанавливает 10 секунд. Так, увеличивает класс брони, сородонитами. Это что ли надо ему? Поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись на... ...в меня. Никто не должен оказаться между нами. Как меня это бесит. Огненная тронавка, огонь, электричество. Может, надо вот это заклинание? А сколько нам маны-то требует? А, так у меня не хватит маны-то даже на него. Так, Restore 70 Points of Magic, 25, 30, 100, чтобы... А, это яд, вот ёпта. Угу. Давай нам так, Sleeping 3. Навык ношения легкой брони. Что-то кажется, у меня нет того, чего они хотят. Извини, чувак. Побегу-ка я. Потом к тебе подбегу. Пока с полет тут лучше нахрен. Вот, блин, отстой какой.
Так, надо мод поставить, наверное, на Increased Health and Magic. Да кто там постоянно шатается? Я вот вижу, там вот что-то светится. Непонятное. Ладно, это у нас... А, так я в Винтерхолле. Понятно все. Туда отправляюсь обратно. Мне надо потом бы тут прокатиться дальше. И уже увидимся, друзья мои, в следующем городе. Чё, серьезно? Прикалываетесь или как? Можно вопрос? А почему я этого раньше не видел? Подайте, где я? Решил просто пробежаться. Так, ладно. Давай посмотрим, сколько я там добуду. 4. 14. А, он так и будет добывать, да? Неплохо. Мне не шибко там много и надо. Сейчас еще немножко подолбим, и можно уже отправиться домик строить. Блин. Я как идиот это искал, а тут случайно прибежал и смотрел. Стон кварит. Кварит стоны. Я изначально думал, что глину надо будет как-то переплавлять. Если честно, я нет, хочу посмотреть. Так как у меня ликвидировался мод на эти эмеральды и всякую шняшку, я хотел кое-что другое взглянуть. Кажется, я наоборот починил игру каким-то странным хрен пойми способом. Так, мне бы железика вот здесь найти. Блин, я смотрел моды к предыдущей версии, ё-моё, слушай, там чё только нет, вот это вот шляпота. Там и больше вен, и интересные шахты есть. Слушайте, играйте в предыдущую, друзья, версию, не в этот, я извиняюсь, выражение шла. Не знаю, серый цвет я убирать не буду, в принципе, он мне как-то не мешает. А может, уберусь и не забуду. Пока надо сделать основную настройку модов. Потом уже думать об улучшении, плюс еще графики. Потянет или нет, вот в чем вопрос. Я стараюсь выбирать игры такие, которые хотя бы сильно комп не нагружают. Что, друзья мои, сейчас довольно-таки жарко, я боюсь, блин, сварюсь. У меня и так вот в комнате почти постоянно окно открыто, ну только ночью закрываю. Это мне не очень нравится. Сидишь весь в поту, блин, это капец какой-то. Какой. А, 7 Days я же когда еще снимал. Вспоминаю. Вот там, да, вот там уже греется вообще все как зверь. Керли. Игра супер оптимизит. А это вообще кошмар какой-то, люди. Так, здесь, может быть, есть что-нибудь? Почему здесь нет ничего? Начальная локация, е-мое. Ну, хотя тут вот это есть. Это мне уже устраивает очень хорошо. Хотя меня это, скорее всего, не устраивает и удивляет. Я раньше просто этого не видел. Ласпи. Ладно. Тэпаемся, короче. Давай домик начнем строить. Может, он не подойдет, может, нет. Скорее всего, я буду скачивать мод на домик. Какой-нибудь не нужен хороший, большой. Мне нужен интересный дом.
красивый, с верандой. А тут, я так полагаю, какую-нибудь халубу день дадут, блин. Ай, жесткую. Теперь тебе чего не хватает? Так. Блин. Ёпта. 20 строн. Так, погоди, а на скриншоте этого не было предыдущего. Стоять. Сейчас я его открою, друзья мои. Ой, много, походу, поменялось. А, нет. 20 страв нужно. Я их просто не сделал. А, нет, я их делал. Я их просто ядрить переплавил. Вот буква S есть где-нибудь? Что за страф-то? Оп, лопит, nails. Да, как мне нравится эта игра. Нет. А, да. Понятно.